Приветствую всех на моем канале. Вчера, 28 декабря, в немецком Руппельдинге на турнире рождественской гонки по биатлону завершились соревнования, в которых принимали участие 10 команд из разных стран. Российскую команду представляли бывшие чемпионы Матвей Елисеев и Евгения Буртасова. На этот раз нашим биатлонистам не удалось удержать лидерство, но зато они завоевали серебро, что тоже неплохо. Победу в финальной гонке в этом году одержали спортсмены из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Феликс Лейтнер. Третьими призерами стали биатлонисты из Чехии Михал Крчмар и Маркета Давыдова. Надо сказать, что наша команда сейчас выступала без поддержки тренеров и сервисменов. Возможно, это как-то и повлияло на исход гонки, а может, уже и силы не те у наших спортсменов. Но все равно результат хороший, все-таки второе место. Я считаю, что Елисеев и Буртасова молодцы. В гонке прошлого года Елисеев и Буртасова стали чемпионами рождественской гонки. Пожелаем нашим биатлонистам удачи, успехов и новых побед. Всего хорошего. До новых встреч.